Шабданбека Кулуева многие знают как одного из авторов гимна Кыргызстана, но он еще и автор более 10 книг, был членом Союза писателей. Большую часть жизни посвятил обучению детей в школах. За это был удостоен звания заслуженного учителя. Возраст и болезнь подкосили здоровье. Его не стало в ноябре прошлого года. Мамлекеттик гимн эгемендүүлүктү даңазалап. Шабданбек Кулуев очень много сделал для кыргызского народа. Его творчество бесценно. Мы всегда с почтением относились к его творчеству. Он обучил немало детей. Он вырос в селе Чаек Джумгальского района Нарынской области. Трудовую деятельность начал в 1963 году. Именно под его руководством группа авторов и написали известные строчки гимна Кыргызстана. В то время создать гимн было непросто, но группа авторов Насыр Давлесов и Калы Молдобасанов, Джалил Сыдыков и Шабданбек Кулуев создали гимн нашей страны, написали слова и музыку. Было много противников, как и сторонников текста, но он и они отстояли. За особые заслуги перед Отечеством он был отмечен множеством государственных наград. Был ветераном труда, награжден знаком отличника народного образования. Кроме того, ему присвоены звания «Заслуженный работник культуры» и «Заслуженный учитель». Шабданбек Кулуев – талант века. Мы все знаем и почитаем его творчество. Он заслуженный учитель. По его стопам пошли многие ученики. Каждый раз, когда звучит гимн, мы должны вспоминать и авторов, ведь они внесли огромный вклад в становление независимого Кыргызстана. Он похоронен на кладбище Аларча. 1 января ему исполнилось бы 80. Специально к этой дате был установлен памятник Кулуеву. Родные и близкие вспоминают его как талантливого поэта. А в сердцах миллионов кыргызстанцев он останется как человек, написавший великий дух страны. Надежда Усова, Тимур Сыдыгалиев, АЛАТО 24.